Я все время переписываю прошлое, но уже не важно, что могло пойти иначе, так ведь? Ничего в этом мире не имеет значения без Тессы. Как продвигается новая книга? Ее очень хотят увидеть. И я уже с трудом нахожу отговорки. Вдохновение торопить нельзя. Можно, раз уж я заплатила 250 000 авансом. Я тут видела Натали, и она спрашивала о тебе. Она переехала в Лиссабон. В Лиссабон? Ты зачем приехал? Искупить вину. Лучше уходи. Я хочу вернуться назад. Я живу дальше, и тебе советую. Я знаю, кто ты. Будь моя воля, ты бы гнил в тюрьме. Я так боюсь неудачи, что в итоге сам все разрушаю. Без нее не было бы книги, но не будь этой книги, она была бы со мной. Я не готов двигаться дальше. Нельзя было это рассказывать. Я не могу представить даже секунды жизни без тебя, Тесс. Я так на тебя злюсь. Don't tell me. Без тебя я один, сломленный, потерянный, одинокий. Нам часто кажется, что мы утратили способность любить, особенно когда сердце разбито. Вот увидишь, со временем станет легче. Ты не осознаешь, какое счастье прожить жизнь со своей второй половинкой, пока не остаешься на всю жизнь без нее. «После навсегда». Я прочла книгу. Что там дальше? С Тессой.